В Якутске состоялся первый форум флейтистов. Учителя музыкальных школ республики обсудили методику обучения по классу флейты. Преподаватели и учащиеся посетили мастер-классы педагогов ВШМ Якутска и концертмейстеров из Свердловской области. Флейта, как известно, одна из самых древнейших духовных инструментов. Сегодня музыкальные школы республики активно практикуют игру на флейте. Игра на духовом инструменте требует хорошей координации, одновременной работы дыхания, языка и пальцев, говорят специалисты. Этот форум был организован специально для улусных педагогов, которым это, как выяснилось, очень нужно, для того, чтобы решить вопросы какие-то возникающие, поделиться впечатлениями своими о работе, что-то подсказать им или они, чтобы что-то, может быть, подсказали нам. Такое неформальное общение. Помогаем обучать детей, научить педагогов обучать детей, грубо говоря. У нас много даже вышло. Вот Ирина Валерьяна выпустила свой сборник сама. Оказывалось, очень нужно. В Улусе, к сожалению, проблема с нотами, с интернетом проблема, где их взять. Вот. Даже вот в этом мы помогаем. Поэтому, конечно, самая главная финальная точка – это помощь. Конечно, помощь педагогам в Улусах.